Thought you'd call, but you didn't, so I'm sitting here. Thought I heard my phone ring, but it disappeared. Guess I'm just losing my mind again. Tell myself to breathe in, but the darkness hung its teeth in, and its mind has got me thinking. Всем привет! Разбирал тут отснятые видео и обнаружил, что у меня есть видео с осенней рыбалки, которое я не смонтировал ранее. Это видео было снято в сентябре 2020 года. На улице стояла хорошая солнечная погода. Хотя было прохладно, зато почти не было комаров. В видео есть некоторые проблемы со звуком, поэтому я наложил на фоне музыку. Но обещаю исправиться к лету 2021 года. У меня уже есть некоторые идеи на этот счет. Если вы хотите меня как-то поддержать, то можете подписаться на канал и написать что-либо в комментариях. Это будет стимулировать меня исправляться и скорее снимать новые видео. Располагайтесь поудобнее и наслаждайтесь рыбалкой по жидкой воде. Пока я был там рыбачил, я сами, блядь, оставлял. Сопля болтает, смотрю, что я смотрю, блядь. Здорово, парень. Приехал, хоть бы позвонил. Везде. Позвонимся. У меня телефон есть. Не. Была? Была. Но мелкая. Шилочка была? Да. Плюс сладенький был. Она здесь под лодкой. Я уже вытаскивал этот. Здорово. Спрятали себе, мать? Говорю, спрятались? Да тоже вот только заехали, решили попробовать. Кто? Штук 10. Вон в баночке. Чуть. Штук 10 банок? В баночке, бля! Хотя бы плюс ходили. Да. Да не очень так. А вы? А где? Вот она. Ну недолго. Зазывал. Зазывал? Он везде, везде понимаете. Ну мы чисто на спиннинге. Вчера все на улочку еще приберем. Я открываю, выше поплавка лезет. Мы бросали и то, и топлю, и железо. Еще к его там ну, 2 недели назад наберут, блядь, пацанов на рыбалку. Бросил я. Говорю, пошла лодка. Говорю, что, зацеп? А потом смотрю. Коли я таких штук не видел. Он под сак развернул, она на третью чаще. Засунулась туда, блядь. Головой крутнула, крюк разогнула. У тебя по сектору бабочек. Ты сам их не сделал, блядь. Пацак добрый, хороший, блядь. Где-то 1,5 метра длины была. Пока воды, да пиздец, пиздец. Пока вода не упадет, не больше. Она да хоть... по большой воде вот я здесь ее взял. По большой воде, она... самая большая была вода. Она хоть и это... Шутка начала менять. Самая большая вода, кусок. Нет? Та же, которая это. Воды 0,5 метра добра. Да, 0,5 метра точно. Че, кто-то на вертолете на рыбалку, что ли? Еще емкость пачкать. Че, хочешь сказать, что и мне надо доставать, да? Мелочь. Летом поймали, да? У меня сорока. Саш, красный. Крупная, но сорока. сопливая. На берег выходил, там из берега бросал. Нормально получалось тоже. Вот там нашел дырку, блядь. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Ну а у меня пока что на этом все. До встречи в новых видео.